Друзья мои, продолжение следует. А вот мой любимый магазин. Модный бульвар называется. Я обожаю этот магазинчик. Здесь всегда очень много хорошеньких вещичек можно купить. Ну, одно могу сказать, что недешево. Смотрите, элегантная сумочка, это я такая раскрасавица, никакущая, друзья, ну вот посмотрите, обувь. Скидки везде. Смотрите. Смотрите. Сумочка какая. Мне надо сумочку. Я уже практически все свои сумочки сносила. И сама покупала. Зять мне в Эмиратах дарил сумку хорошую, кожаную, натуральную. И девчонки потом, сколько мне дарили, давали. И они у меня уже все поднашиваются. Смотрите. Везде скидки. Томичи, пользуйтесь. Пользуйтесь скидками. Посмотрите. Какая красота! Чистенько здесь всегда, уютно. Очень хороший магазинчик. Пальтишечка, посмотрите, какое. 28 тысяч. Очень даже неплохо. Очень даже неплохо. Ну вот. Смотрите. Друзья, а я-то еще трепишница та, получается. Значит, я еще не совсем старая. Да? На тряпке-то меня еще тянет. Вот так вот. А раз хочется одеваться. Да не абы как, а по-модненькому. Значит, еще есть порох в проводницах. Друзья, прикиньте, чего эта бабулька из себя возомнила? Заговорила про порох. Кстати, я же еще и в оранж зашла, уже не стала снимать. Купила себе бананчик, бананчик, яблочек, йогурта, шоколадочку, мармеладки. Ну, в общем, вот так. Здравствуйте. Здрасте. Хвалю ваш магазин. Да вы что? Да. Какой он у вас хороший. Я обожаю ваш магазин. У нас... Просто обожаю. Ну, что будет в понедельник? Мы ценники повытащили и смотрим ценники. Да, я уже выпуск. Все знаю, да, да что у вас огромные скидки. Нет, вы молодцы, конечно. Очень хороший магазин у вас. Ну, на сегодняшний день это хорошо. В обуви хорошие. На сегодняшний день это неплохо. Жалко только, что народу нет. Как везде. Как везде. Ну вот, друзья мои, вот посмотрите. Вот такой у нас магазинчик у Томичей. Модный бульвар. Уютный, теплый.
хорошие. Друзья мои, ну вот на этой прекрасной ноте я буду с вами прощаться. Всего доброго. Пока-пока.